Всем привет, дорогие мои друзья, кружу вам настроение, с вами Рэй, сегодня мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2», и как видим у нас сегодня ивент «Латы и клинки», нет ничего лучше, чтобы развлечься летом. Так, принять участие, чтобы выиграть латы черлидера и рождественские кольца. Угу. Испытание. Осталось у нас, ребята, 20 часов, ну, грубо говоря, 21 час до конца. Поэтому, естественно, я сразу же буду к этому делу приступать. Мне очень хочется выиграть. Так, и смотрим, у нас здесь хилочка вражеская, ладно, ну где... вон она появилась, ассасинка. Поэтому давайте я, наверное, в первую очередь буду уничтожать хилку. А знаете почему, ребят? Потому что она будет пополнять здоровье именно ассасинки, а нам это нафиг не нужно, пускай она пока летит отсюда к ядрине пени. Так, давай. Узник у меня долбит довольно хорошо. Мы сделаем защиту на свою хилочку, чтобы к ней никакая мразь не подошла. Оу! Ну что, вы смотрите, сколько здоровья уже у вражеской лечки. Сейчас попробуем, ребят. Добить ее, ну... Так, эту пока ликвидируем. Да как ты можешь делать? Ты же в помойной тюрьме находишься. Главное, что она промазала. Больше нам ничего не нужно. Так, давайте... Нет, я промахиваюсь. Не попадаю. Ты посмотри, какая у нее скорость движухи, ребят. Офигеть, она двигается. Просто ракета какая-то. Ну, думаю, что недолго ей тут осталось веселиться. Хотя, если честно, мне нравится костюмчик у нее. Очень красивый. Так, готова? Нет, еще пока она не готова. Но там здоровья очень-очень мало. Я надеюсь, она не будет себя отхиливать. Все, она упала. Ну что, теперь все силы, естественно, мы с вами бросаем на ассасинку. Думаю, что она здесь ничего такого не сможет сделать нам. О, да она еще и упала. Все, роднуля, тебе кранты. Нет, смотри-ка, на дорожку что-то начинает выделываться. Так, мне нужно, чтобы у нас было максимальное количество здоровья у всех. Я хочу пройти на ранг S, ребят. У меня вот какая-то прям, знаешь, идея фикс. Все уровни на S ранг проходить. Ну что, я думаю, что я достоин ранга этого. Да, ребята. И что же мы получаем с вами? Ага, сундук героини. Вот оно что. Отлично, давайте сразу поставим на разблокировку. Это 6 часов. И тут у нас, смотрите-ка, рождественское кольцо, бронированный микрофон и бронированный комплект. Можно достать, вытащить отсюда. Ну что же, в принципе и все. Давайте, наверное, мы с вами будем приступать уже к прохождению основной сюжетной линии. Так, у нас хлама-то сколько? Ё-моё! Так, вот у нас микрофон этот. Ну, я не знаю, нужно нам это все или нет. Но вот эти вот игрушки однозначно нам не пригодятся. У нас два варианта. Либо это все продавать, либо это все вливать в снаряжение. Ну, предположим, даже если мы будем вливать. Так, рапира, это все мне нужно, ребят. Вот пистолет, в принципе, нафиг не нужен. Броня, это тоже. И все, к сожалению, я больше ничего не могу поставить. Рапиру нет смысла тратить. Она мне еще пригодится. Ладно, раз у меня ничего, ребят, не получается, естественно, мы с вами пойдем по основной сюжетной линии. Так, мы с вами где-то на улицах. И, как видим, опять же начинается все. Ага, здесь еще якудзы уже прибыли. Ладно, нам нужно в первую очередь сносить стрелков. Да, в принципе, и якудз тоже, а знаете почему? Потому что якудзы бросают свои сетки. И, как бы вам сказать, не дают моим персонажам передвигаться. Поэтому они просто-напросто уязвимы. Если в этот момент, например, будет ехать какая-нибудь машина, да, или выйдет амбал. Ага, тут вот что. Тут у нас ниндзя. Вот как раз здесь-то и заключается вся опасность. Если якудза, например, схватит у меня хилочку, да, в сетку, и в этот момент появится ниндзя, я боюсь, что у меня просто она не выживет и погибнет. И нам придется переигрывать, потому что без хилки мы здесь с вами далеко не уйдем. И посмотри, якудзы все почему-то именно на нее идут, гады. Так, давай его, сноси, стрелок. Ну, молодец, умница. И их здесь очень много. Смотрите, еще один ниндзя прилетел. И уже начинает... Ага, вот мы и попали с вами. Ну, хорошо, что у меня был отхил, ребята. Да ты посмотри, тут ниндзя за ниндзя вылетают. Жесть какая-то.
Срочно уходим, уходим из-под обстрела. Так, стрелок, ты достал там уже. Так, отойди тоже. Пускай этот. И почему-то я не могу этих ниндзей подбить. Да, они прилетают на своих этих воздушных змеях, по-другому это не назвать. Почему я не могу его сбить, тоже непонятно мне. Так, постой, толстяк, немножко. Сейчас я тобой займусь, блин. Да, в принципе, и хилок нужно здесь уничтожать вражеских. Давай молнию запустим. Она должна нормуль так урона нанести им. Смотри-ка, якуза сам ко мне пожаловал, а? Родной ты мой. Получил? Нет, это получила хилка. Она отлетела. А сейчас... Нет, якуза еще не добит. Сейчас, ребят, секунду. Но он все равно свои сетки бросает, а? Успевает на дорожку, как говорится, на пассажок. Получи, гад, лазером. Не добили все равно моего. Ну что, амбальчик, пора наказать тебя. Достал-то на самом деле уже. Кстати, у меня вот что нравится у стрелка, у моего, естественно, что он когда стреляет, он на 2 секунды понижает им скорость, по-моему, и защиту. И это большой плюс для нас. Грубо говоря... Ага, опять, ты посмотри, сколько этих ниндзюц понавылетало. Блин, мне придется, ребята, бегать. Ага, и они, как всегда, мою хилку поймали. Все, я вырвался, отойди ты оттуда. Не видишь, что ли, они бомбят. Фух, в этот раз нам повезло. Ну, блин, когда же уровень-то закончится? Так, еще один амбал идет. Опять же, якудза здесь у нас появился. Так, надо что-то делать, ребят, как-то его уничтожать нафиг. Опять он сетку свою готовит. Интересно, для кого? Ага, для стрелка. Ну ладно, стрелок-то, в принципе, он выдержит у меня натиск даже этих самых ниндзей, которые там стреляют. Потому что они и по здоровью покрепче, как говорится. Да и у них и у ворот, и все дела. А вот у моей хилочки-то здоровье очень никудышное. Потому что у нее даже броня прокачана еще не по максимуму. И надо будет с этим что-то делать. Но, понимаете, чтобы дальше прокачать, мне нужны шмотки 4-звездочные. А лучше даже 5-звездочные. Легендарные. Но левые, которые я могу уже чисто на заточку бросать. Ты посмотри, сколько здесь этих ниндзей. И как раз якудзы выходят. Фух, повезло, что не на меня бросили сетку. Так, мне главное проследить, чтобы не подбили моего узника. А то мы так же, как и без хилки, далеко с вами не уйдем. Оу, здоровье-то у него уже хреновенькое, ребят. Все, фух. Отлично. Периодически забываешь, ребята, использовать свои навыки, которые у тебя есть. Например, неуязвимость на 10 секунд, которая очень-очень сильно нам помогает. Вы помните, сколько боссов мы с вами проходили. Так, ага, вот у нас и оборотни пожаловали. Вот этот вот чувак, ребята, который идет вот это, растопырив ручки свои, да, типа так и хочет кого-то там обнять, это оборотень. И у нас есть два варианта. Либо мы убьем его, когда он еще будет в форме человека, либо, если мы с вами долго проконетелимся, он превратится в оборотня. И будет довольно такой мощный персонаж бегать по карте и... приносить нам очень большие неудобства. Так, ага, но мы его подбили еще в человеческом образе, поэтому все нормально, можно расслабиться, ребята. Так, стрелки. Ага, все. Замечательно, мы прошли уровень вот этот вот. Я надеюсь на S. Дайте, пожалуйста, мне S-ранг. Да, верно. И получаем $192 плюс рапира непоколебимого, да? И продвинутый сундук. В принципе, я доволен. Так, темный лес 5. Испытания. Блин, хотелось бы, конечно, попробовать сложно, но я... Оу, еще один сундук. Я, ребята, чуть не прозевал. Как это так? Естественно, мы с вами забрали его. Пройти на уровне сложности сложно, но я представляю, там, наверное, будет намного вкуснее призы. Так, тоже 6 часов, представляете, да? Разблокировка действует. То есть у меня всего лишь, ребята, одна ячейка остается. Ну, как раз если мы пройдем, ну, а вот я сижу и думаю, как же мы с вами будем босса-то бомбить. Придется нам, да, ребят, скорее всего, 34, да, у нас хватает. У нас хватает с вами алмазов. Давайте-ка мы, наверное, вот этот вот с вами вскроем, посмотрим. Блин, теперь мало места ему, а. Да, инвентарь у меня, конечно, полностью забитый. Давайте-ка мы с вами, наверное, что-нибудь продадим, да. Вот это вот самое слабенькое.
Сколько там нужно ячеек-то, я уже не помню. 4 минимум, да, по-моему? Чтобы мы смогли с вами открыть этот сундук. Ну, вот этот вот хлам, соответственно, нам не нужен. Так, и давай теперь будем, наверное, с вами открывать вот этот вот сундучок. И глянем, что у нас здесь выпадет. Так, монеты, монеты. Ну, что я вам могу сказать? Фигня полная, если честно. Вообще никакой ценности для нас это не имеет. Да, 35 кристаллов только зря потратил. Знал бы, лучше бы так бы ждал. Ну что же, у нас с вами следующая. И, кстати, смотрите, вон там уже особняк вампира виднеется. Так, у нас опять же та же самая, ребят, солянка. Как я посмотрю, у нас якудзы. Опять же те же самые стрелки. И больше чем уверен, появятся и оборотни, и также жиртрясы. Со всеми, естественно, мы с вами будем разбираться. А вот что там за босс будет, это надо будет еще глянуть. Ну давайте, выходите, я вас всех жду. Так, опять ниндзя вылетает. Хилочка, давай, не подставляйся. Бегай здесь, суетись. А причем вот когда якудза бросает сетки, да, хоть ты бегай, хоть ты что делай, ребят, не поможет это ничего. Все равно он поймает. Хилимся. Так, да цепись ты, блин, а. Вот докопался, вот ненавижу, когда он так делает, а. Пошел от нее. Лезет говнюк. Так, ты что там, на боя батона крошь? Смотри-ка, действительно. Так, переключились они на меня. И, в принципе, все у нас нормально. Мы их поджарили, расколошматили. Так, опять ниндзя. Как же вы достали, вот, периодически своей вот этой вот явочкой. Вау, еще один прилетел. Поэтому желательно, конечно, уничтожать как можно быстрее этих якудз, чтобы они свои сетки не бросали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как, какая была патовая ситуация, ребята. Очень... Кстати, когда они стреляют, да, ты в этом радиусе передвигаешься очень медленно. Очень медленно, и поэтому тебя могут быстро заколбасить. Так, ну что, первую волну мы с вами, как видим, прошли довольно успешно. Ага, вот пошли и амбалы. Также хилочка здесь вражеская появилась. И, конечно же, якудза. Так, якудза, я думаю, сейчас отгребет. Ну, почти, почти отгреб. Уже, кстати, не хватает, ребята. Ага, вон ее хилит. Его хилит, это хилочка, блин. Гадина. Как она меня раздражает, блин. Просто и переключаться-то на нее лишний раз не хочется. Ну, давай амбала завалим. Все, завалили. Ну и хилка, естественно, получает тоже, как говорится, залп. Воу-воу-воу-воу, надо отбегать, отбегать обязательно. Так, у меня есть. Нет, еще отката нет, к сожалению, ребята. Но сейчас он будет. Мне нужно поставить защиту на мою хилку. Так, и здоровья у заключенного очень мало. Хилимся, отлично. Так, этих говнюков мы с вами забомбили. Не будем сейчас пока тратить. Это нам пригодится, ударчик. Блин, молния, ну зачем? А, нет, нормуль, нормуль. Я думал, что она сейчас в одного ударит и улетит. Но здесь появился у нас амбал. И это очень, в принципе, хорошо. Пускай постоит маленько, подумает. Ну-ка. Вот, кстати, вот этот удар беспонтовый. Когда мы с вами берем кастеты, не нравится он мне. Ничего особого такого не делает. Но. И вот у боя луч вот этот вот энергетический, назовем его так. Но он почему-то слабенький. Хотя я его прокачивал. Думал, что от него будет какой-то эффект получше. Но, к сожалению, нет. Он как был слабеньким, так слабеньким и остался. Так, ну что, все, нет? Нет, видимо, не все. Сейчас будет еще волна, и у нас выходит амбал. Так, ниндзя. И ниндзя всегда, ребят, я смотрю, именно на хилку реагирует. Оу, попадос, ребят, это попадос. Ай-яй-яй, давай-давай, срочно хилимся. Вот так вот, все. Пока живем. Пока живем с вами. Ты будешь у меня уходить, а? Все, сетка закончилась, зашибись вовремя. При этом не забываем, ребята, следить за нашим узником. Потому что небольшая ошибочка, его если положат, то
то это то же самое, что потерять хилку. Потому что вариант какой? У нас заключенный — это все, это сила, это провокация. Это так же, как у хилки. Это здоровье, это воскрешение. То есть они вдвоем здесь практически и разруливают всю ситуацию. А вот бой со стрелком идут у нас как вспомогательная техника. Как вспомогательный ресурс. Оу, не успели ребята мы с вами бомануть. И он куда бежит? Я так понимаю, за моей хилкой что ли он хочет, нет? Все, мы, по-моему, его перебили. И теперь узник, естественно, будет с ним разбираться, с этим оборотнем. Он гаденыш живучий, как мы видим. Плюс еще вот здесь вражеские хилки подхиливают. Ну, они уже, да, отхиливались. Все. А, уровень даже прошли мы. Ну что же, я очень этому рад. Причем здоровье полностью, S-ранг нам обеспечен. И сколько? Ну, почти 200 баксов мы заработали. Замечательно. И когти вампира непоколебимые. Сундучок. Так, ну что же, ребята. Темный лес, 6-й уровень у нас. Я думаю, что нам нужно посмотреть. Ну, хочется мне глянуть, что у нас здесь будет за босс. Так, опа, опа, откуда девчонки убегают? Начинается с оборотня. Ну, в принципе, это логично. Такой мазохизм меня удивляет, да, ребята? Почему он только вот руки так держит? Обычно было бы логично... Ах ты, превратился в оборотня. Обычно было бы логично, ребята, если бы он вот с такой вот постановкой рук делал бы какую-нибудь, знаете, эту вертушку. Как Зангриф из серии Street Fighter, помните, да? Вот, но нет, он ничего не делает, он просто идет и даже толком не бьет. Короче, суть такова, я так понимаю, ребята, нам нужно вот этих вот девчулек с вами защитить, чтобы они выжили. То есть нам все силы нужно бросать на то, чтобы они их... Блин! Да давай, 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 смотри, он сейчас, сейчас... Фу, успели. Отлично, ладно. Слушайте, но эти миссии всегда были очень сложными для меня, ребят, когда вот нужно именно защищать девчулек. Обязательно хоть одна или две погибают. Не знаю. Я надеюсь, здесь не такая миссия, что если сейчас девчулю одну подобьют, то мы с вами проиграем. Это придется тогда попыхтеть нам с вами. Причем изрядно. Так, ладно, ниндзя готов. Второй готов, отлично. Пока все девочки на месте. Все сидят, все ждут. Блин, вот эти голодранцы бесят, бесят они меня. У меня нет провокации, ребята. Оу. Так, слушайте, одну девчулю забомбили, гады. Идут ко второй. Так, нам нужно срочно вот эту вешать штуку. Защиту, хотя бы вот так вот. Ну, как видим, что если одну подбили и игра у нас не закончилась, значит, это терпимо. Получается, что хотя бы одна девушка должна выжить. Если они убьют их всех троих, тогда мы проиграем с вами. Ладно, с одной стороны, это даже хорошо нам облегчает в этом плане игру. Можно, в принципе, следить за какой-то одной девчулей. Как говорится, полностью ее контролить. Так, опять он превратил. Блин, ну почему мы не успеваем с вами? У него очень мало здоровья остается. Как его в этот момент подбить? Я не понимаю. Контрить я его не могу. У меня просто не получается. И почему у нас такой дурацкий скилл у моей, как говорится, хилочки? Тоже для меня этот вопрос интересен. О, ты посмотри, ты видел, что делает? Ты посмотри, что делает этот вампир, блин, оборотень. Что это у него за такой завертушка-то? Я раньше такого не видел почему-то. Нифига он там наяривает. Смотри-ка, все куда-то переключились. Так, давай, девчуля, ты там, главное, держись у меня. Не падай духом. Так, давай, давай. Блин, ты посмотри, какой он мощный, а, зараза. Мы как-то с ним раньше быстрее разбирались. Я имею в виду про оборотня. А тут он какие-то вертушки делает, всякую хрень. В общем, с якудзами мы разобрались и оборотень. И мне такое ощущение, знаете что, ребят? По-моему, у него к физическому урону есть какой-то своего образа иммунитет. А вот против стрелкового почему-то нету. Потому что стрелок его довольно быстро разобрал. Так, ладно, сейчас мы эту парочку заколбасим.
Две девочки у нас все еще целенькие и здоровенькие, поэтому будем, естественно, их дальше защищать. Для проформы. Так, отлично. Потратили мы с вами суперудар. Какого лешего ты там за трындела, я не понимаю. Что там опять у меня со связью? Пропадает, появляется, пропадает, появляется. Просто надо выключить нафиг этот роутер, и все. Как говорится, и делов-то на копейку. Опять этот говнюк здесь появился. Ага, вот он что значит делает, да? Встает в свою стойку, типа кияки бадачи. Ну, извини, родной, тебе это не поможет. Вот смотрите, давайте вот попробуем его законтрить сейчас. Получится? Нет, смотри. Нифига, ребят. Остается мало здоровья, и он автоматически превращается в оборотня. Хм, странно. Вот смотрите, вот узник у меня бьет и практически никакого дамага не наносит. Как только стрелковое оружие, так даже видно, как оно наносит ему урон. Так, ладно, с ним разобрались, короче. Ну, кто тут следующий будет или нет? Ага, вот, в принципе, прошли. Ребята, нету здесь никакого босса. Наша цель была защитить этих трех девушек. Ну, мы только лишь двух успели. Ну что, дорогие мои друзья, думаю, что на этой ноте можно завершить наш видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим проходить эту игру. Кстати, да, что у нас здесь? Давайте-ка глянем. Лжечная игра. Угу. Так, здесь я... Все, ребят, все нормально, здесь все пройдено, а то уж я было подумал, что я что-то забыл. Но, как видим, нет, все хорошо. Блин, я не помню, у нас король бойцов. Но этим мы сейчас заниматься не будем, возможно, уже в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. Главное вам хорошего настроения, не унывайте. И ждем следующих видосиков. Но тут один совет мне дал наш световик Серега. Сказал он мне, послушай, брат, не бойся, ты проворный. Когда закрыт парадный вход, ищи, где будет черный. Ведь если просто так играть, не вылезешь из грязи. Ты должен умный вещь понять, здесь все решают связи. Ты бога, диджеев слишком много. Ох, до чего же ты трудна, к известности дорога. Я плел и